Давайте посмотрим клип Платины на грязном. Давайте посмотрим клип Платины. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче. Давайте посмотрим. Поехали. Смотрим. Клип Платины на грязном. Трючок. Это не новый, клип новый. Бензин, стакан, стало трудно долго думать. Это сука с этих улиц, как шалава, я танцую, да, yeah. Мы с кварталов, мы с районов, курим очень много дури. Она точно знает Тома, да. Я давно не трап, нет, уже давно на грязь, давно. Фанта стала красной, да, я давно на красной, давно. Казная Диана, казная Диана. Кинет жопу за команду, yeah. Она в нас влюбилась, крошка, yeah. Хочешь быть со мной в клубе, хочешь быть со мной в клубе. Позови своих подружек, я возьму лишь самых лучших. Левый шкур вообще не нужен. Ай, big boy, чек, тут большие суммы. Кристиан Диор, на мне ты видишь мувы. Эй, флекси больно, эй, эй, флекси больно. Флекси очень низко, я задел их чувства. Эй, флекси больно, окей, эй, флекси больно, флекси. Эй, Кристофер не видел, может слышал шкаль. Парни с этих улиц, мы взрывали быстро. Она любит соджи мюзик, если меня слышит. Она хочет соджи бэйби, когда меня видит. Соджи бэйби, эй. Только один раз в жизни. Три сотни. Я залил бензин в стакан, стало трудно долго думать. Это сука с этих улиц, как шалава, я танцую, да, yeah. Мы с кварталов, мы с района, курим очень много дури. Она точно знает Тома, да. Я давно не трап, нет, уже давно на грязь, давно. Фанта стала красной, да, я давно на красной, давно. Эй, казная Диана, казная Диана. Кинет жопу за команду, всю мою команду, сука. Красная Диана, красная Диана. Скажи, как ты сюда попала, ты сюда попала, ай. Красная Диана, красная Диана. Окей, окей. Так, по клипу, да? Исключительно по клипу работаем. Считаю, что девушки, находящиеся в клипе, отыграли антураж вайба хорошо. Вот эти все взгляды, сползания по стенке, на капоте, да, вот эти все, все такое прям сексуально-эротичное, не переходящее там в излишнюю пошлость, все очень эротично, сексуально, все заебись, очень хорошие анимешечки вставлены, все красиво. Единственное, у меня четкая претензия к пониманию того, как Платина отыгрывает вайб с точки зрения художественности именно в клипе. То есть смотришь на его лицо, когда он в некоторых партах идет, да, и... В его лице нет трека. То есть картинки меняются неплохо. Интересно, в принципе, сделан монтаж. Ну, пока у нас по клипу трап-трап, допустим, не бьется, да, в 2021 году пока что вот из того, что есть. Ну, с точки зрения каких-то интересных аспектов. Я не говорю про шедевральное там оформление там Романова, вот эта вся серия, киношка Моргенштерна. Это отдельная история. Имеется в виду какая-то одна целостная работа, как она замонтажирована, вот эти все моменты. Да, трап-трап пока топ. Вот, здесь тоже неплохо, конечно, от Лов 66 трап-трап. А, здесь тоже неплохо вполне, но тут есть проблема очевидная с точки зрения того, как сам Платина отыгрывает вайб, происходящий в песне, да. То есть, насколько он как будто не погружен, да. Как будто он... Это сука с этих улиц, как... Вот здесь. Как шалава, я танцую, да, yeah. Мы с кварталов, мы с района, курим, да. Я давно на красной, стала красной, да. Я давно на красной, давно, эй. Вот девушки, да, они нормально сделали. Вот это вот все вот постоянно, как бы все норм. А вот мне кажется, ему надо обратить на это внимание. Вот такая же тема была у Славы Марлоу. В клипе, где там вот это, он ходит по лужам ночью, там автобус, вот эта тема, да, по-моему, один из первых его клипов, там тоже он такая душераздирающая песня, а он это вроде поет, и настолько это рассинхрон жесткий с картинкой, совершенно не верится. Вот здесь такая же проблема, сам по себе клип нормальный, песня на это, ну, песня отдельная история. Вот, вот, девушки, да, вот, вот, вот это все, взгляды, как бы, вот это, да. Позови своих подружек, я...
Здесь возьму ничего вроде платина. Самых лучших, левый шкур вообще не нужен. Ай, big boy, чек, тут большие суммы. Видишь, мува, ай, флексим больно, ай, флексим больно, ай, флексил очень низко, я... И что касается в целом, вот видеоряда, немного хаотично все-таки он сделан. Немного хаотично он сделан. Задел их чувства. Вот здесь вообще он не флексит. Вот он вообще нет того, чего он поет. Вот здесь, вот в этом парке. Девочка, вот это. Ну. Она любит соджи мюзик, если меня слышит. Она хочет соджи бэйби, когда меня видит. Соджи бэйби, эй. Только один раз в жизни. Три сотни. Я залил бензин стаком, стало трудно долго думать. Вот тут вообще мимо абсолютно. С этих улиц, как шалава, я танцую, да, ей. Мы с кварталов, мы с районов. Вот танец вот этот. Все, короче, все, что касается его, его пластики, художественности, именно его вот вайба, не попадает он в эту песню. С точки зрения актерской игры имеется в виду, да, то есть... Ну, пойдет клип, пойдет. Просто пойдет, на самом деле. Мы с кварталов, мы с районов, курим очень много дури. Танец этот. Он точно знает Тома. Я давно не трапит, нет, я давно на грязовно. В целом отдается, отдает клип любительской работой. Любительской работой. И от артиста он себе не должен этого позволять. То есть, учитывая тот уровень работ, на который он, соответственно, метит, да, тот уровень интереса, который вокруг этого всего происходит, не имеет права он себе позволять делать, ну так, отыгрывать наполовину, короче, и делать какие-то вещи, которые просто пойдет. Нет. Фанта стала красной, я давно на красном. Красная Диана. Кинем джобу за команду, всю мою команду, сука. Красная Диана. Скажи, как ты сюда попала? Красная Диана. Окей. Все это естественно же, на 100% мое субъективное мнение. Ни в коем случае не хочу сказать, что объективно чего-то там артист там должен. Я говорю то, что я вижу, то, что я воспринимаю, то, чему я верю или я не верю. Все. Таково мое мнение. Вот, в целом, как бы, ну, нормальный клип. Нормальный. По монтажу пойдет. Некоторые отдельные локации очень красивые. Очень хорошо сделано. Вот эта часть очень прикольная. Вот начало очень интересное. Потом вот эти, где... Да, вот эти квадраты. Угу. Здесь красиво. Ну, это как бы пойдет. Вот эта часть. Вот здесь, ну, так. По цвету, по покраске хорошо. По стилю сделано. Стилизовано хорошо. Да. Вот здесь. Угу. А вот именно их сменяем. Не знаю, в общем... Просто пойдет. Для меня просто пойдет. Я думаю, что тяжело, наверное, воспринимать тем, кто от этого трека очень разъебывался в прошлом, да, типа какую-то критику этого трека, наверное. Ну, сорян. Вот такое мое мнение по поводу этого клипа.